Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор новинок потрясающего каталога весеннего номер 4 от компании Oriflame. И в этом каталоге нас особенно радует огромное количество аксессуаров. Ну, конечно же, каждой девушке весной хочется новую сумочку, новый шарфик, да, новое какое-нибудь украшение. И начнем мы, конечно же, с коллекции Моника. На мне вы видите уже образ такой дополнен ожерельем Моника и браслетом. Что мне здесь очень понравилось, это удобный регулируемый замочек и необычный дизайн. Сейчас очень модно смешение разных текстур. И здесь используется цепочка металлическая, красивое плетение и три нити разного цвета тканевые. В сочетании это смотрится очень эффектно. Я думаю, что летом это будет актуально под разный наряд. Сюда практически подойдет подо все. Очень понравилась сумка. Сумка необычно красиво исполнена, с кожаными длинными ручками. Если ее одеть на плечо, то это примерно, вы видите, вот, очень удобно получается лежит под рукой. Что понравилось? Сумка на замке. То есть хорошая молния вставлена, внутри кармашки, один на замке и два для мелочи. И сумка очень плотная, и при этом, я думаю, ее будет совершенно просто стирать легко. Но, что могу сказать, это яркий, эффектный акцент, очень классно. И маленькое дополнение, черная косметичка, тоже с двумя кисточками. Здесь два отсека. Один маленький для всяких мелочей и сверху более такой крупный для уже чего-то солидного. И даже есть отделы для визитных карточек. Конечно же, сюда можно положить свой любимый телефончик. Будет классно. Здесь он спрятан, потому что косметичка достаточно плотная и при этом очень-очень легкая. Эта коллекция просто потрясающая. Следующая коллекция – «Морская волна». Она состоит тоже у нас из аксессуаров. Это такой необычный шар с эффектными кисточками на каждом у нас уголочке. Четырехугольный такой платок. И везде вот эти классные пушистые кисточки. Его можно тоже по-разному завязывать. Будет сочетаться красиво с джинсами, с белой одеждой. Вообще просто очень нежный, такой приятный. Можно использовать как парео. В этой коллекции у нас есть серьги. Оригинальный дизайн сережечек. То есть у нас крупная пластина такого глубокого синего цвета. И сверху три бусинки оттеняются золотистой пластиной. То есть серьги такие игривые, очень веселенькие и звучащие со звуком. И в этой коллекции сумка «Морская волна», сделана под кожу, очень красивый тоже орнамент, ручки контрастируют коричневого цвета, сумка на замке, и в ней тоже есть отсеки, то есть это карман на замочке и два кармашка для мелочи и телефончиков. Тоже покажу, как она на плече лежит, очень интересно. Удобно, комфортно, и сумка достаточно вместительная, то есть с ней можно и на шопинг, и даже на пляж. И дополняет эту коллекцию у нас кошелек. Конечно же, где у нас будут храниться кредитные карточки, да, денежки. Очень удобный кошелечек. У него молния идет полностью по всему периметру. И внутри много отсеков. И для визитных карточек, для мелочи, посерединки на замочке, для крупных купюр. Достаточно большой объем. То есть все в него поместится, все, что нужно. Самое главное, что это... Это очень здорово, когда вы берете сумочки, достаете точно такого же дизайна, еще и кошелечек. Это красиво и стильно. Так, с этой коллекцией шикарно мы закончили. И следующий аксессуар – это сумочка Clutch Roxy. Очень красиво исполнена под кожу. А верхний клапан, который у нас на магните, чувствуете, да, как он классно ловит, сразу магнитит, он исполнен под замшу и с красивым золотистым таким замочком, который можно открывать. Внутри сумка у нас исполнена таким образом: карман на замочке и один большой карман для мелочи. Что удобно, можно отстегнуть ремешочек, он очень легко убирается,
и носить просто как клатч в руке. Можно пристегнуть ремешочек обратно и уже носить как сумочку через плечо. То есть тут здорово, что можно с этим поиграть. Сумка классная, то есть она легкая, она очень эффектная, стильная, модная. И она всегда нужна любой девушке. В гардеробе нужна такая маленькая, черная, элегантная сумочка. Потому что с ней можно и в театр, как говорится, и в пир, и в мир. И просто по улице. Итак, с аксессуарами мы закончили, теперь переходим к коллекции новинок. У нас вышла новая серия лаков. Обратите внимание, что это маленькие мини-пузыречки по 5 мл, которые можно будет легко использовать. Если вам быстро же лаки надоедают, то вы один заканчиваете, берете другой. Цвета просто обалденные, сочные такие, летние, на любой вкус. Есть темные оттенки, яркие, светлые. Здесь такие совершенно вот прям необыкновенный сиреневый цвет. И обзор лаков вы увидите в других роликах. Также для лета у нас вышли два парфюма. Один из них представлен, это Tenderly. Обратите внимание, какая классная вещь. Даже если у вас с собой малюсенькая такая сумочка, но вы хотите, чтобы при вас был аромат, чтобы его в любой момент дополнить, вы просто в эту сумочку бросаете аромат в кармашек, и он даже не заметен. Если сравнивать с большим объемом, как обычно в парфюмах по 50 мл, то это, конечно же, выход. Потому что летом всегда, когда мы больше времени проводим вне дома, и захочется добавить немножко парфюма, чтобы блистать, ну, в обществе. Так что да, я его достаю отсюда, чтобы не потерять. И в серии Novage вышла новинка. Это тканевые масочки. Вот в таком пакетике вам придет 15 масочек. Тканевых. Как ими пользоваться? Нужно взять, извлечь одну масочку из пакетика, потому что каждая они упакованы как конфетки в отдельной упаковке, и погрузить в маленькую емкость, куда вы предварительно наливаете тоник, чтобы масочка полностью пропиталась, она развернется, и вы эту маску аккуратно размещаете на всю поверхность кожи, то есть там будут разрезы под глазки и под ротик. Наносите эту маску, держите ее, 5-10 минут держите на лице и удаляете. И благодаря этому тоник будет работать еще сильнее, и эффект вы увидите сами. Приятного использования! И у нас вышла также новая коллекция из серии Optimum. Сегодня я вам покажу набор. Это два средства со смородиной. Очищение. Обратите внимание, это молочко и тоник. Какой красивый дизайн, такой шикарный цвет флаконов. Я просто представила, как он будет шикарно смотреться на полочке в ванной, потому что в основном всегда все в белых тонах, голубеньких, каких-то нежных таких вот, что не бросается в глаза. Но это просто набор праздник. И здесь у нас также крем для глаз. Мы сейчас посмотрим, насколько удобный дозатор, как он исполнен. Ага, здесь у нас шарик, роликовый дозатор, то, что я больше всего люблю. То есть, когда мы проходимся вокруг глаз, это очень удобно. Выдавливаем небольшое количество крема и ролика, мы сразу делаем и массаж, и распределение крема, и глазки сразу начинают сиять, и кожа разглаживается, наполняется витаминками. И крем тоже. Одна из любимых моих форм нанесения, то есть через дозатор. То есть мы выдавливаем столько крема, сколько нам необходимо. Флакончик стеклянный и очень удобно сделан. Шикарный дизайн, конечно. Вот. На этом наш обзор подошел к концу. Я вам желаю, чтобы эта весна для вас была одной из самых ярких, насыщенных приятными событиями, чтобы в вашей жизни было много цветов и подарков, чтобы вы всегда выглядели на 5 с плюсом. И благодаря нашей продукции это легко и просто. Оставайтесь с нами, если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!